Значит, что у нас? Нас пофиг, у нас слив идет. Вот здесь как бы, да, я говорю для всех, кто играет 30 минут, мать его, сюда в начале игры тпшиться обязательно надо. Один игрок вверх тпшится, да, вот сюда, второй игрок вот сюда тпшится. Это дает золото дополнительно, это очень в начале бустит. Вроде починили, но может быть они опять упали. Потому что когда я спрашивал, их чинили к тому моменту. И вот я говорю, пинги, пинги, всем похуй, блядь. Никому не надо эти золото. Никому не надо. А, не вниз. Ну бас, ну бас. Сколько? 500 голды, видите, дали. Это один лишний предмет ранний. Крабосы. Так, а мне вообще нужно что-нибудь сильное найти, что меня будет ваншотать. Так, ну и где? А вот босс, кстати. 500 кп, должен был ваншотать, по идее, меня. Так, поехали отдаваться. Оп, первая смерть пошла. Я сейчас еще и щит за смерти сделаю, и все. Надеюсь, за Мурлока все-таки щит дадут. Как бы вся фишка Мурлока, что когда он умирает, он получает плюс к регенерации здоровья, плюс 5. Тут, конечно, еще вон всякие фишки с другими морскими героями есть. Всякие бафы полезны, но никто их не взял. В принципе, это не особо нужно. 175, то есть мне нужно умереть, сейчас я посчитаю, сколько мне раз. Вторая смерть. 175 разделить на 5. Угу. 35 раз мне надо умереть всего-то, пацаны. Считаем все дружно. Это, конечно, увлекательный геймплей будет, капец, да? Даже посох не успевает откатываться так быстро. Мне нужно всего-то умереть каких-то 35 раз. Успею ли я или нет? Это был третий. Город наших союзников в осаде. Привет, Павел. Кто-то даже взял строителя. Посмотрите, какой ответственный молодой человек в 30 минут зашел. Четвертый, да. Все дружно чатиком считаем. Жаль, посох так быстро не откатывается, даже вот этот улучшенный. Да, Павел, это нормально.
Толку от Регена, если пока хп нету, да? Пятый. Посмотрим, Мурлок, короче, у него есть имбовая штука, да, на вышке, которая отражает урон и наносит обратка и жестко. И вот, типа, я сейчас стакаю ему реген. После каждой смерти он получает 5 хп регена в секунду. Пока 5 раз умер. Да, штука очень жесткая у него. Призыв Мурлоков какой-то там есть, я не знаю. Я особо не играл, за него не смотрел. Есть. А, приятно. Город наших союзников в осаде. Смотри, шоп, все равно порт вот этот, надо дефать. Опа. А это что такое? Это кто-то вылетел? Дед Кулич. Дед Кулич, ты вылетел или ты вышел сам? Конечно, мне все пригодится. Ну, надо дальше умирать. Да, кританула. А все потому, что это не перезашел, наверное, Warcraft, да? Хотя хрен его этих критов разберешь, что им надо. Пожилой нейтралитет счет ведет. Погиб герой наших союзников. От мото Наруто. Даже строитель, блин, дефает, так сказать, как может, а все нубасы завели на порт. Не, бомбу найти на самом деле. Город наших союзников в осаде. Почему я, кстати, возьму? Конечно, 10 защиты дает. А мне казалось, что у него было меньше атаки. Не? Вопрос в том, успею ли я за 20 минут умереть столько раз. А? Даже целенаправленно это делаю. Ну, мелкие умирают уже, на самом деле. Просто чума, на самом деле, капец, как много дамажит. Плюс 111 волт, вот щит мертвеца. Очень крутая штука, пацаны. Могу щит пока одолжить кому-нибудь, кто хочет. Мне он просто пока не нужен. Ну, Бобби, даю тебе поносить щит. Вернешь потом. Да я же ему говорил заранее про тарт, он 4 левела. Если найдете, будет приятно. Так, где? Где моя курица? Ку! А, точно, я же курицу убрал. Вот, пожилые секунды теряю просто. Капец, она на самом деле чума и их травит, видали? Жесть. Наш герой погиб. Надо бы, наверное, испытание пройти, да? Там тоже денег.
немножечко подзаработать. Давайте. Капец. Ну, даже со всем этим это очень жестко. Какой КД, кстати, вроде не слишком большое. Штуку нужно вытащить из него будет. Потому что лишняя защита мне не нужна. Капец, он просто их жрет. Такой жесткий мурлок на самом деле. Пацаны, ну пожалуйста, делайте что-нибудь, а? Дефайте там на бас. Я понял, что у нас минус один, но все-таки. Считайте, минус один рабочий, да, минус я мурлок. Вот дефайтесь как хотите. Что-то столько мне итемов на защиту, конечно, падает, капец. Наш герой погиб. Город наших союзников в осаде. Интернет, не помню, какой, блядь, спешл худо? За что это такое? Пожилые, блин, термины, капец, у вас. Вообще, надо на следующее испытание уже сходить, тоже немножечко продать итемов. Город наших союзников в осаде. Наш герой погиб. Тут очень много андедов. Ну как бы сирен у тебя герой, который идеально подходит для того, чтобы дефать город. Да, никто не для миссии, а... Во-первых, за 10 смертей я уже получил щит, вот этот я отдал над Бобби, видишь? Какая охуенная штука, да? А во-вторых, каждую смерть он получает хп регенерацию. То есть при максимуме будет хп реген 175. И мурлоки бесконечные на самом деле, да? Да, мурлоки вообще бесконечные. То есть я реально могу тпшиться этими мурлоками. Они тут совсем не нужны. Мог бы вот реально защиту порта делать чисто мурлоками. Так, 16 минут, я отстаю от графика. Убивай меня, тварь. 35 раз. Я уже умер, как видишь. Так, соединяем. Ну-ка, Bless RNG. Подожди, Bless RNG. Эх, не тот итем. Город наших союзников в осаде. Пока продам эту штуку за 100 и рольну, может, все-таки выпадет мне. Ролл? Эх, говно выпало, жалко, жалко. Не, ну пацаны, это вообще не дела. Я сейчас приду, помогу, как у меня откатится ульта. Она откатилась, сейчас прилечу, пацаны. Сейчас прилечу. Видимо, я, наверное, умру 30 раз, а не 35, но это все равно жестко. Мои мурлоки готовы, так сказать, к сражению. Жалко, их отсюда нельзя выгнать никак. Ну, понятно, что не успею 35, наверное, нереально успеть. Погиб.
А, можно? Лол. Вот это прикол. Мурлоки в бой! Мурлоки. Мурлоки в бой. Всех вывел, да? Отлично. Пожилые! Идите дефать, фармить, что хотите, делайте. Подожди. Ну, Мурлок, да, конечно, имба. Даже несмотря на то, что я им ничего в игре не делаю, он все равно имба. Я, конечно, им не фармлю ничего, да. А мог бы фармить, на самом деле, этими Мурлоками всю игру, считай. Это жестко. Так, вот сюда куда-нибудь их. Просто революция мурлоков. Да, фурии. Нормально и так. И так нормалек. Так, ну-ка, может, я все-таки наролю что-нибудь себе, а? Не то. Не то. Не то. Не то. Все не то. Все не то и все не так. Ну, Мурло, как бы, он не для всех доступен, скажем так, да? Поэтому он такой сильный, наверное, все-таки. Он не задумывался таким сильным, но он вышел сильным, да, очень. Очень сильный молодой человек. Мурлоки, вон пошли отсюда. Доспехи рыцаря там у кого-то валяются. Так, через атаку, сюда вот. Через атаку, сюда. Да, блин. Не знаю, что там, но пусть будут. Пусть будут. Ну, думаю, за 600 тысяч я смогу себе наролить-то нужный предмет. А, Павел, как думаешь? Я уверен, что нет. Бля, ты... Не, ну, наролил. Действительно, наролил. Город наших союзников в осаде. На нас напали. Пацаны, все хапаю по силе сейчас. Опа, плюс сила, пацаны, плюс сила. А, в атаку, Мурлоки, революция! Мурлоки, революция! Плюс один? Всего-то плюс один, серьезно? На 7 пишется. Ну что такое? Ну это нечестно. Это нечестно, Павел. Это же нечестно, серьезно. А зачем он мне тогда нужен? Я его сейчас свапать буду. Ладно, поумираю все равно. Дерево какое-то пожилое у него есть. Это пожилые мурлоки.
Мурлоки революционеры. Они из тактик ТД перебрались в 30 минут. Что у него на 5-м левеле-то? Легион Мурлоков. Пацаны, какой сет вам ставить, а? Говорите. Ласфирс просто защищает Холивар, пожилой. Кстати, что это за штука? Не видел ее раньше. Есть, кстати, босс посильнее этого? Этот меня уже еле-еле пробивает. У этого 1600 урона. А у дракона? У дракона вроде поменьше. Настя, я просто ничего не делал, у меня 17 тысяч на руках. Класс. Просто класс. Вон, сильвер, знаете, кому надо, на синенький такой там лежит. Кому надо сильвер, берите. Герой не имба абсолютно. Мурлоки не жесткие, да. Просто ходят. Город наших союзников посадили. Я бы мог этого босса забрать, просто нажав вот эту обилку, скорее всего. Но 30 мы уже почти сделали, да, так что 35 за 6 минут мы точно сделаем. На нас напали. Город наших союзников посадили. Да, судя по всему, за 5 минут умереть 35 раз успели. Наш герой погиб. 7-й сет. А что там у нас сет 7? Босс-марафон? Серьезно, Павел? Не, ну какой бы Мурлок хорошим не был, я не смогу им ничего сделать, скорее всего. Да. Погиб герой наших союзников. На город напали. Наших союзников посадят. На нас напали. Я забыл вызвать мурлоков, ну да ладно. Наш герой город наших союзников посадят.
Ох, ядрить. Ну, мурлоки тут, слава богу, пацаны, рядом мурлоки. Мурлоки рядом, если что. Мурлоки вас спасут. Так, а копии... Ну, копии, да, копии, понятно. Копии не вечно живут. Наш город осаждают враги. Наш герой погиб. На нас напали, наших союзников посадят. Жестко. Очень жестко. Он аж подтупливает из-за количества мурлоков в мире. На нас напали. Иди босса забирать. И, наверное, не смогут забрать его. Ну-ка. Да, забирают изи просто. Зачем там герои, что? Вот, просто... Просто на похер жрут босса. Здорово. Пацаны, вот тут босса добейте, там забери с него арт. Да, арт хороший вроде. Там у него осталось всего-то 5000 хп. У меня 44к на руках. Здорово. Джампер, да я их через атаку и делаю. Уже с трудом пробивается. Давай, 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 давай. Давай, остался, остался немножко краб, давай. Еще одна смерть. Кстати, их чисто здесь оставил дефать, да, чтобы порт не снесли. Мурлоку надо вначале эти дневнички собирать, да? Чтобы быстрее вот эту способность сделать. И последний разочек. А дальше мы уже его прибьем. Придем и прибьем его. Скорее всего. Этих я уже не буду никуда отправлять. Этих я просто поставлю здесь на защиту. Пожилых. Осаждают враги. На нас напали. Да порт, на порт никто не нападает пока. Ну ладно, вот эти пусть идут в порт. Ну, не, уже не пусть не идут. Так, ну это была последняя, да? Это была последняя смерть, по идее. Поэтому поехали убивать его. Просто имба. За иллюзии тоже деревья дают? Лол. Что? А за иллюзии дают плюс один к атаке, плюс один к силе, вот мне интересно. Пацаны, тут краб, 4000 хп осталось, добейте. С него хороший арт падает вот здесь, быстро, быстро. 30 секунд, пацаны, 30 секунд. Сейчас будем все ролить итемы. Пожилые, так. А, блин, прервал каст. Закупиться-то я успею в любом случае. У меня тем более слотов. Во, вот эту штуку хочу на мурлока. Вот эту штуку хочу на мурлока. Эту штуку не хочу на мурлока.
Я, наверное, не знаю, стоит ли ему посох оставлять или нет. Наверное, даже не буду оставлять ему посох, продам. Прошу бард хороший купить. Просто жирная тварь будет сейчас танчить на все. Ага. Закончились деньги, значит, замена. 50 нормально. Тут замена. Синтез. Надо было все-таки посох оставить так. Так. Чё-чё-чё? Ядро надо? У меня уже ядро есть. В принципе, кому я там щит давал? Давайте мне щит обратно, да? Щит мне прям подходит. Ну, вот Бобби вроде отдавал щиток на минус армор. И плюс армор. Погиб герой наших союзников. Нейтралитет. Я ничего не делал. Если что. Город наших союзников, наших союзников. Икарус, ну что ты творишь-то, а? Он полезное дело делал. Размуть его, а? На нас напали. Человек занимался полезным делом, считал киллы для меня. Чтоб я не сбился, а ты взял его замутил, а? Ну и Карус, ну ты пожилой модератор, а? Я понимаю, если бы он херню какую-то там спамил, но уже полезными делами занимался. А, трюс, все, нейтралитет, можешь возвращаться. Что у нас там? 16 тысяч золота. Ну что, сейчас на 4 накопим. О, ядрить, а тут их много. Слушай, это опасно. Ну что, посмотрим, что может Мурлок-то один сделать. Все, пацаны, я танкую. Пацаны, я танкую. А почему он не юзает ничего? У меня Мурлок сломался, он с пылы не юзает. Не потанковал. Город наших союзников посадили. Павел, почему у меня Мурлок не кастовал обилки? Что за херня? Ни одну не прокастовал, ни вторую не прокастовал. Теперь маны не хватает. Так, Мурлоки вперед. Классно, он их, конечно, заспавнил, да. Из-за того же загрелся на тупую птицу. Просто охуенно. Так, Мурлоки вперед. Так, а почему у нас... А, все-таки есть вышки. Ну, маловато вышек, конечно. Так скажу. Да, блин, опять... Почему он в станах стоит-то вечно? Что за херня? Пожилой, хватит в станах стоять. Это херня. Ее надо будет менять. Дефайте, дефайте, это говно. Не знаю как, но дефайте. Как ты сюда забрался, а, дурик? Ну, ладно. Я их хотя бы отвлекаю на себе. Там с другой стороны, думаю, дефайт. Вот тут еще пацаны. Бля, магия убила. Пацаны, низ, низ прорывают, низ прорывают. Вверх прорывают, все прорывают. Крутой коренок. Я его все заберу. Если у нас форт, конечно, не снесут сейчас, да. Ой, а сейчас, походу, снесут форт. Да как же ты заебал станить, мудила, на ете, блядь. Реально, тварь. Мешаешь? Мешаешь кастовать? Нет, нет, это ебаные фурболги. Сны, вы хейтите фурболгов? Я вот хейчу фурболгов. Они как твари станят просто.
Пацаны, дефайте, дефайте. Я не могу один дефать. Делайте что-нибудь, пожилые. Меня даже так, блин, убивают. Эта штука должна же полностью отражать урон, нет? 4000, нормально. Ой, там сверху. Я их качу, пацаны, я их качу. Я их... Блять, да ну заебали станы-то, ну в конце концов. БВО станы, здесь станы. Маны нихуя нету, а. Павел, чё за станы, а? Станы, блять, по КД просто. Отвлекайте, 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 отвлекайте. Убегай, убегай, убегай от главки, отводи их. Не... Ну бас. Ну бас. Павел, ну можно, пожалуйста, еще больше станов, а? Мурлок имба, конечно, но Тима, ну басов, да, и вообще станы заебали, да? Нормально.